Видите, QR-код FlowMe, да, то есть у него прям вот свои отдельные упаковочные пакеты. Если помните, у меня был чехол-кошелек. Чехол-кошелек на магнитах. Он мне достаточно сильно нравился и нравится, но его неудобно было носить зимой, да, потому что там носишь в руке, а зимой в руке не поносишь, а в кармане он много места занимает. Я пока временно перешел на простые кошельки, и вот у меня пришел такой вот красавец. Первое впечатление по коже, не знаю, как-то вот, знаете, что-то кажется, что это прям вот либо что-то плохое, либо наоборот что-то хорошее. Пока не совсем могу понять. Давайте посмотрим его функционал. А что в плюсе? У нас есть задняя немножко движущаяся ручка. То есть мы можем носить его таким вот образом в руке. Да, что сложнее потерять. Достаточно удобно. Два у нас есть. Раз кнопка. У нас есть два кнопка. Мы его открываем. Это рай. Ребят, вот реально это сказка. Это вот то, чего мне вечно не хватает. Потому что каждый вот какой-то вот там бизнес есть, там заправка, магазин, что-то еще, у каждого есть карта. Чего далеко ходить? У меня порядка 7 банковских карт на данный момент. Да, к ним добавьте водительское удостоверение, полис ОМС, там что-нибудь еще. То есть, вот карты в простой кошелек абсолютно не умещаются. Здесь у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 отделений для карт, либо для визиток. Плюс есть боковые места, куда там можно какие-то разнообразные вещи класть. Там деньги. Более мелкие, например. У нас идет молния. Да, еще одно отделение. У нас идет еще одна молния. И у нас еще одно отделение. То есть, не знаю, там сюда евро, сюда доллары, сюда там местную валюту, там вот сюда там белорусских рублей можно немножко напихать. Давайте посмотрим, значит, телефон. Да, 5,5 диагональ. Нет, телефон в это отделение класть, по-моему, не то. Я сниму с него крышку. Я сниму с него крышку. И давайте, наверное, вот так вот. Оп. Вы знаете, зашел — не вопрос. Вынул — тоже не вопрос. Просто единственное, что надо, да, это подловчиться, чтобы, видите, вот слышно, да? Цепляется он за молнию, поэтому можно, наверное, будет его покоцать. Подозреваю, телефон лучше, наверное, вот сюда убирать. Да? Вот он убран. Вот он лежит. Он ни за что не коцается. Вот мы его вынули. Вот мы им... Алло, алло, пользуемся. Либо, в правое отделение. Да, опять же, вот он тоже умещается. Да, подозреваю, телефон... во всяком случае, 5,5 есть и диагональ. Сюда он, конечно, уже не пойдет. Удобнее всего именно вот... Да нет, покоцать телефон можно... Молния. А сюда только в путь. Мы взяли, закрыли. Закрыли. Руку. Так вот. И вот так вот. Такой брутальненький он, абсолютно брутальненький. Единственное, все-таки вот с кожей. По запаху не могу понять, пахнет чем-то вот... То ли кожа зам, что-то такое в голове всплывает. Была явно попытка все это дело либо состарить, либо сделать под старину. Давайте попробуем, вот так вот поделаем. Вы знаете... Вроде как выдерживает. То, что много карт, это прям вот, реально спасение. Да мне он нравится. Телефон, все-таки надо пробовать. Все-таки под вопросом. Пока не скажу. Внутри вот так вот. Стандартная, как это называется, тряпочка. Прошивка вроде
Ну, смотрите, да, там ничего нигде не торчит, все симпатично, все хорошо, логотип есть. Логотип есть. Очень даже. Скорее всего, летом я на него перейду. Я вот все присматривался, не барсетки, а... Как это называется-то? Вот память-то у меня все взяло да вылетело из нее. Клатч. Во, клатч это называется. По-моему, все-таки явно мужской аксессуар, хотя, ну и... Если вы брутальная женщина, то можно его тоже использовать. Цвета есть разные. Через какое-то время шершавость кожи перестает ощущаться, чувствуется мягкость. Ну, явно не стандартная мягкая, да, а что-то такое. Может, даже и не кожа. Нет, не могу вспомнить запах, что из себя представляет. Логотипчик есть. Все симпатично. Попробуйте, если такой вам подходит. Интересно, а презерватив в него влезет для Дениса? Да, влезает.